Доброе утро всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 24 июня. Друзья, ночь в Одессе, слава богу, прошла спокойно. За всю ночь была всего лишь одна воздушная тревога. И длилась она 10 минут. Началась в 2:00 и отбой уже дали в 2:12. Слава богу, за всю ночь не было никаких прилетов, не было слышно никаких взрывов. Ну, если не обращать внимания на то, что, как обычно, в 11 часов вечера начались учения. Вот, но это наши военно-морские силы, поэтому паниковать повода не было. Нас об этом предупреждают практически каждый день. И я сообщаю об этом вам. Вот, также вчерашний день тоже прошел в мире и тишине. Прилета в Одессе и в Одесской области не было. Слава Богу. Вот, побольше бы таких спокойных, тихих дней, когда в Одессе нет прилета, когда в Одессе нет взрывов. Что скажу? Скажу, что все хорошо. Обстановка, как всегда, стабильно напряженная. Вот присутствует высокая угроза ракетных ударов, постоянная. А так, в принципе, все нормально. Подписывайтесь обязательно на канал, чтобы не пропускать новые видео. Как только будут какие-то новости, сразу буду вам сообщать. Всем желаю хорошего дня, мирного неба над головой. До встречи в новых видео. Всем пока.